Ребята, всем привет, с вами Александр, и впервые мне попадается вот такая вот башенька, это атака Смелодона, яростный Смелодон. Так, Смелодон это вот этот наш эпический парень, сумчатый лев, и тут почему-то еще затесался Нундазух, он что, типа по характеристикам похож, у него, да, смотрите, сила удара половины от здоровья. Здесь не вообще слабак какой-то. И вот здесь такой же. То есть Смелодон практически копия Нундазуха. Смотрите, показатели по жизни, по удару и по скорости. Да? Брони нет, того нет. Да, ну у него только удары разные. А так показатели такие же. Честно говоря, даже не знаю, кем бы его там копать. То есть кем нападать. Так, ну тут надо брать как бы крепких ребят. Не знаю, вот так попробуем. Интересно, а сколько попыток? Одна или две? Потому что они-то, ребятки, 30-е. И бьют больно. Так, а ну сейчас посмотрим, смотрите. Блин, у него бронебойных ударов у них есть или нет? Вот черт, эта фигня быстрее меня. А у меня какая скорость? 128. А, он же уровень. Просто за счет уровня затащил. Блин, но я все равно не переживу следующий удар. Ты ё-моё. А, то есть мое ослабление, понятно, нейтрализовалось его сильным ударом. Так, там сумчатые львы, сумчатый Смелодон, у него удар сквозь невидимость есть, то есть как раз Эрли Домину здесь не совсем к месту, так сказать, но он быстрее. Так, сумчатый лев, пушистый лев появился пока что. А ну что там у тебя по характеристикам? Шанс уклониться. Давайте уклонимся, пожалуй, мы. Он сделает то же самое. А зачем это он сделал опять? Он сделал два раза, ударил и... Как бы, ну сейчас мой должен быть удар. Сейчас, по идее, должен быть мой удар. Да, потому что он потратил. Ух ты, как-то я его слабо совсем зацепил. Ну, контратака, то фигня. Так. Ух ты ж, гаденыш-то какой. Блин, я его не пробиваю, представляете себе? Он мне на следующий ход добивает. Ну, блин, мог бы, конечно, я и выжить. Так, проигрываем на фане. Ну, вот этот парень должен все затащить, я его берег напоследок. Он у меня вкачанный, по самое не балуйся. У него показатели, видите, какие, 134 скорость. Так, вот этому парню, а мы его похороним сразу же. Блин, наверное, я поспешил. Не надо было его убивать. Надо было дать ему хотя бы удар нанести один. Потому что он был серьезным парнем. Но сумчатый лев меня удивил. Как-то он хорошо держался. Эрли Доминуса порвал. Красивая такая колбочка. Так, у нас уже он 630 тысяч, ребята. Итак, и что у нас тут есть? Так, вот немножко. Сейчас посмотрим, может, стоит выполнить и остальные задания. Неплохо дают, 170, 270. Так, что нам нужно? Ну-ка, собрать необходимое количество ДНК. Настрелять.
настрелять битвы, ну я тут не битвы и инкубаторы. Так, здесь пока не насобиралось. Так, ну и битва против ИИ. Давайте посмотрим, кто нам попадется. Разнообразие здесь всевозможное, да, потому что даже какие-то неэффективные существа могут быть у нашего ИИ. Так, Ютаринекс против Барионикса вкачано. Они все вкачаны у него. Блин, и у меня 126, и у него 126, но он, зараза, быстрее. Блин, надо было не то сделать. Не то сделал я. А, ну, в принципе, тоже неплохо пошло. Надо было просто первый удар бить... Так, ну, подождите, у меня был удар с опережением. Но замена работает что ли быстрее? Или он не сработал, его паралич, да, наверное? Так, и он снизил скорость. И в итоге... Ага, ничего не поменялось. Так и надо. Валим. Хорошо, мы тут сыграли. Мои все целые. Ай-яй-яй, вот это зря. Ну да, паралич. Вот, ну нельзя так делать. Паралич должен применяться на вот его существо, на Барионикса. Но он опять фигней страдает. Зачем это делать? Если он не может походить. Ну, глупо себя ведет, конечно. Так, Зухататор. Опять же надо было замедляющий удар сделать. Он какой-то фигней опять страдает. Вот на тебе паралич. Вот на тебе... Замедляющий удар. Чё он творит? Пум! Скорость моя. На тебе нейтрализацию. Ну чё он творит? Дичь полнейшая. И опять же, я сейчас тоже похожу, да? Он ходить вообще не собирается, я так понял. Я сейчас Эдмонтом тут всех уничтожу. Он, короче, получает облом. Вот когда получает паралич, точнее, замедление скорости, он у него какой-то алгоритм, да, типа, он все, надо валить, надо подменяться. Я бы так добил их. Да. О, 12-часовой или 24-часовой попался. А, не, всего 8-часовой. Так, так и так. Ну, давай тебя. Грозный-грозный противник нам тут попался. Давайте в инвидимость уйдем. Избежим контратаки одной. Так, он таки по мне попал. Ну, у меня шанс есть его уничтожить, хотя у него броня хорошая. Но если... А, пробил. Даже без крита. Так, вот с этим парнем так не поступишь. Но он без усиления у него. Нет, с усилениями, значка не заметил. А ну, паралич. Мэээ, как баранчик. Да, есть. Ну тут контратаками он будет, конечно, добивать. А, он вкачанный, черт подери, он быстрее нас. Ну, тут вариантов не было.
Даже если он использует опережающий удар, я бы очистился и его добил. О, гигаспикозавр. Давно я таких не встречал парней. Он не такой большой. Блин, я опять на лосинозавра подменился. Ну и все. Финиталя комедия. Опять эта чехарда. У него когда остается последний динос, он начинает фиг знает что творить. Так, а что у него там? Замедление есть. Опережающего удара нет. Тогда давайте двойной урон. И хана. Аласинич, не знаю, зачем это делать. Аласинич, ну, он бы не выжил после этого удара, но после обычного выжил бы. Точнее, гигаспика выжил бы, а у Аласина-то жизни не было. Ему вообще там ничего не светило. И да, давайте нам награду. Плюс 4, плюс 4 и плюс 4. Вообще великолепно. Та-дам!